Друзья, всем привет! Здравствуйте! Итак, у нас рождественское видео. Что делают на Рождество? Гадают. Будем гадать на картах и на парфюмерии. Так как у нас всегда видео немного экстрасенсорные, немного парфюмерные, немного странные и очень-очень позитивные. Давайте прямо сейчас сделаем прогноз для всех на 2024 год. Месяц за месяцем. Придумала я для вас такое забавное гадание. Но вы знаете, я пробовала на своих итальянских друзьях и сработала на итальянское... Pardon, на католическое Рождество 25 декабря я провела прямую трансляцию Именно вот с таким видом гадания народу так понравилось. И давайте с вами тоже попробуем. Гадание у нас будет построено таким образом. Будут два парфюма. Один из нишевой парфюмерии и один из люксовой парфюмерии. Вы должны будете выбрать месяц за месяцем люкс или ниша. Вы выбираете. А я на каждой из этих парфюмки достаю карту и вам интерпретирую. То есть вам нужно обязательно на каждый месяц выбрать люкс или ниша. А там посмотрите, что дальше будет. Главное начать. Вы все поймете в процессе. Итак, начинаем. Первые два парфюма. Этот Люксовый, терракотта, а герлин. И отель, э, отель-партикулер, частный отель от Эрбе Gams. Gams, кажется, так называется. Но это не важно. Выбирайте. Люкс, ниша. Люкс, ниша. Выбрали? Для тех, кто выбрал люксовую парфюмерию, месяц январь, месяц январь, каким будет январь 2024 года? Итак, достаю карту, и здесь у нас идет святая мудрость. Итак, для этих людей, мало того, что такой солнечный флакон вы выбрали, это ракота, но и мудрые Проведите этот месяц в компании с вашей душой, с вашим разумом, но не давая ему столько возможностей заглушать ваш голос души и голос вашей внутренней житейской мудрости всегда ваш, ваша логика всегда будет стучаться, навсегда хочет быть первой, потому что она боится, если вы вдруг отметете все логические рассуждения и отдадитесь так сказать только на вдохновение, на интуицию. наша логика наш рациональный ум он боится чего-то такого странного, интуитивного. Но здесь вы будете пользоваться вашей интуицией с большой мудростью. Понятненько? Так. Для тех, кто выбрал нишевый парфюм, вот ваша карта. Это карта ребенка. Ребенок вообще что означает? Это значит, что человеку нужно, нужно чему-то научиться. Это, конечно, может быть, что вам нужно будет взяться за ваших детей и как следует с ними поработать. Будут каникулы, естественно, 1 январские, поэтому надо будет за детьми следить. В общем, такая для кого-то, может быть, это будет их в тягость, но сделайте так, чтобы эти каникулы для вас обоих прошли просто отлично, чтобы вы и ваши дети были довольны друг другом. Если у вас нет детей, найдите вашего внутреннего ребенка и развлекитесь. Сходите куда-нибудь, не знаю, на какой-то квест, сходите в кино, сходите на каток. В общем, дайте порадоваться вашему внутреннему ребенку. А если у вас к тому же еще и дети есть, пусть этот месяц будет для вас самым веселым в этом году. Это январь. Далее откладываю в сторону февраль. Беру первый парфюм из сегмента люкса – это Cartier Пантера. и парфюм Serge Лютен. Это у нас э, как, э, дочка Берлина или Берлина Филь de Berlin. И мы не будем сейчас говорить про ноты. Выбирайте люкс или ниша. Итак, кто выбрал люксовый парфюм Пантера? Вот ваша карта. Очень интересная карта. Она об отношениях. Вам либо нужно быть в каких-то отношениях с кем-то, либо будут завязываться какие-то отношения. Это не обязательно любовные отношения. Это могут быть отношения и на работе тоже, это может быть новый коллектив, но самое главное, понять человека, с которым у вас должны сложиться какие-то отношения, пусть они даже будут дружеские, не обязательно любовные. То есть нужно до конца понять человека. А люди, сами понимаете, они контрастные между огнем и водой, многие могут находиться, и вы тоже, в общем, тоже не подарок по вашему характеру. Поэтому выбирайте золотую середину, подстраивайтесь под партнером, потому что эти отношения больше нужны будут вам, чем другому человеку. Поэтому подстраиваться придется вам. Кто выбрал нишевый парфюм, для вас тоже есть карта. Итак, сейчас я ее достаю. Это карта крысы. Этим людям всегда будет что-то не хватать. Вот кто выбрал этот парфюм? Крысы, они всегда говорят о том, вот что-то съедено, что-то украдено, чего-то не хватает. Если вдруг вы поймете, что у вас чего-то в доме нет, и вам обязательно нужно что-то докупить, подумайте хорошенько, нужны ли вам эти траты, может быть, подождать следующий месяц, может быть то, что вам очень хочется, и вам кажется, что вам этого не хватает в месяце в феврале, как раз в марте, вы поймете, что нет, вам этого и не нужно. Как говорится, нужно переспать с этой мыслью, а вам нужно просто подождать следующего месяца. Не тратитесь, потому что иногда бывают такие ненасытные месяцы. Может быть, вам столько парфюмок захочется купить. Вот прям надо, они же дорогие все, а у вас этого нет. И вот ты начнется. Туда-сюда вы будете. Надо, не надо, надо, не надо. Не надо вам. Что? Не надо. Вот подождите другого месяца. И все у вас нормально сложится. Так, это был февраль. Далее, март. Беру одну парфюмку из uh, ниши и а, одну из люкс. И... Люкс. Это Корс, Майкл Корс, Секси Амбар. И от Лоренцо Веронези Маск. Люкс или Ниша? Месяц март. Выбирайте. Кто выбрал люкс на месяц март? Сейчас я вам достану карту. Вот очень интересная карта. Видите, на ней нарисованы чакры. Люди, которые разбираются в энергии, обратите внимание на ваши чакры. Они должны быть в гармонии. Они должны быть чистые, они должны быть рабочими. Если вы вдруг будете чувствовать себя плохо, не торопитесь, бежать за лекарствами. Может быть, вам надо просто почистить энергию. Ну вот месяц Март он такой, тем более мы входим в период весны а по весне и о витаминоз тоже. Поэтому может быть у вас упадок сил и от того, что у вас, вам витаминов не хватает. То есть вам надо следить обязательно за своим именно энергетическим самочувствием. Чистите чакры, заряжайтесь, и все у вас будет хорошо. Кто выбрал нишу? Посмотрим, какой у вас будет месяц март. Итак, достаю карту. О, это кольцо. Кольцо обычно говорит о том, что, ну, может быть, будет даже какая-то помолвка. Но если речь идет не о отношениях, не о каких-то любовных отношениях, вообще кольцо всегда оно соединяет. Это может быть слияние двух компаний, это может быть слияние двух идей, двух корпораций, я не знаю, это как многие люди, кстати, говорят, женат на работе. Вот это тоже кольцо может к этому идти. То есть осторожно, это могут быть какие-то еще и привязки к тому же, к чему-то. Прям такая вот все, женились на работе и все. То есть этот месяц будет у вас связан с зависимостью к кому-то или к чему-то. Так что осторожненько, привязок нам не нужно. Так, это был месяц март, апрель. Апрель. От бренда Lil Borario Вот такой очень интересный парфюм, который называется Мехерис. Я, я не пойму, как он называется, но такой клон. Я как-нибудь о нем вам расскажу. Клон на маскребажора от Фредерика Мале. Стоит. Мало-мало, а запах один тот же. И Казамаратти от Ксержов, который называется Реджиум. Итак, люкс или ниша? Люксик такой даже не совсем люкс, а вообще даже как макс-маркет. И такая махровая ниша. Выбирайте. Итак, люкс. Люкс. И, и карта люкса. Кто выбрал? Апрель. Ждите новостей. Новости, которые к вам придут, будут очень позитивные. Что-нибудь вам скажут такого, чего вы не знали. Вам будет раскрыт какой-то секрет. Вы будете посвящены в какие-то знания, которые не для всех. Поэтому... Собирайте информацию, будьте самым информированным человеком, потому что эта информация, она вам пригодится для каких-то ваших, ну, каких ваших личных вещей. Угу. Так что информация. Кто выбрал нишу, месяц апрель, опять у нас идет энергетический баланс. Видимо, что у вас либо продолжается, если вы выбрали ту же самую карту, практически ту же самую, на месяц март. И, может быть, у вас будет продолжаться период, когда вам надо восстанавливаться энергетически. А может быть, это для кого-то и новенькое. Кому-то месяц март нужно было восстановление, а кому-то нужно в апреле. Это баланс. И это работа с целительством, кстати. Поэтому, если у вас вдруг возникнет желание научиться, пойти учиться рейки, тета-хилинг, космоэнергетика, вот, кстати, подумайте над этим, может быть, кому-то кому, -то, кому -то понравится такое направление в целительстве. И вообще следите за собой, вам надо быть центрированным. Карта так и называется энергетический баланс. Найдите ваше Ваш центр. Далее. Апрель-май. Май. май Месяц-май. Ниша. И люкс. Итак. Люкс. Я выбрала. Снятость. Обожаю. Vivienne Вест, Вот. Боже, какой это аромат! Как я гонялась за вот этой вот фитюлечкой. Он у меня есть. Я его просто-просто обожаю. Это с одной стороны такой пудровый великолепный. И пудровый также с другой стороны. Это Путан де Палас от Эльдом. Итак, люкс-ниша. Люкс или ниша. Выбирайте. Кто выбрал нишу на месяц май? О, коммуникация. Итак, в мае вам нужно будет, наверное, это может быть связано с работой, кому-то что-то сказать, выяснить отношения. Либо, если вы пытаетесь поступить на новую работу, нужно найти какой-то... Работу где-то в коммуникации, может быть, это будет телефония, или это будет интернет, или это будет общение с клиентурой. В общем, вам нужно обязательно заявить о себе, о вашем продукте. То есть, если вы еще не в интернете, не завели свою страничку в Инстаграме, вам нужно срочно это сделать. Люди, мир должен о вас знать. Заявите о себе. Кто выбрал люкс? Боже мой. Боже, какой он классный. Итак, не буду отвлекаться. Кто выбрал люкс? Вот вам на май. Это женская карта. Это женщина. Итак. Даже если вы мужчина, что вы меня смотрите, вам надо обращать внимание на женский пол. Потому что в этом месяце будут главенствовать женщины. И, ну, не нужно, конечно, наглеть так особо. <с> женщины, не пользуйтесь вашим положением женским, но глава семьи как будто вот переключается на женщину. Женщине надо будет выбирать, может быть, даже куда поехать в отпуск на лето. И мужчина скажет, выбирай ты, и, кстати, правильно сделает, потому что вы выберете всегда что-то более лучшее. Поэтому в этом месяце пусть мужчины не выбирают. Даже если вы мужчина, ну, придется вам в этом месяце переложить ответственность на плечи женщины. Но это будет правильное решение. Так, хорошо. Это был месяц май. Хорошо, идем. Июнь. Поехали. Первый месяц лета. Июнь. Что у меня под рукой? Вот прям вот беру не глядя. Ох, какой красивый. Да, это у нас от сейчас я вспомню. Тестилаудер Йос Дю. Классический такой тяжелый люкс, скажем так, очень тяжелый аромат. Он в, в духе опиума, вот такой вот. И по поводу ниши. Это мемон остров меда или медовый остров. Белоцветочный, такой белый аромат, это прям темный такой тяжелый. Итак, люкс или ниша на месяц июнь 2024 года. Поехали. Кто выбрал люкс? Сейчас я выберу карту. Вот она карта. Феникс, отлично, трансформация. Вообще, феникс, да, это трансформация, и это еще и возрождение. Если у вас что-то не получалось, если вы чувствовали, что вы не на высоте, в июне у вас начнется, начнет все получаться. Вдруг ни с того, ни с сего у вас вырастут крылья, вы возрождаетесь из пепла. Если где-то что-то накосячили, то в этом месяце вы сможете все привести в порядок. Так что, как Феникс, возродитесь. Могут возродиться отношения, которые по каким-то причинам вдруг завяли. Вас могут восстановить на работе. У вас может восстановиться репутация. В общем, хороший месяц. Кто выбрал нишу? Сейчас я вам скажу, какой у вас будет месяц июнь. Опять девочка. Езжайте в отпуск с детьми. Вообще вот этот сам парфюм, он очень такой, он легкий, белоцветочный. Вот займитесь опять своим внутренним ребенком вам нужно обращать внимание на себя. Если вам, ну вот хочу, вот какой-то вот каприз такой, ну возьмите и купите, если хотите. Вот хочу я сладкого, ну купите себе сахарную вату, и ничего страшного, если вы на диете сидите. Вот хочу я вот это. То есть это такой капризный ребенок в этом месяце будет, да? Ну, дайте себе возможности покапризничать. У вас на это будут и средства у вас будет на это время, и может быть даже кто-то, кто может вас, вам удовлетворить ваши капризы. Так что капризничайте на здоровье. Итак, это был июнь, месяц июль. Итак, ниша и люкс. Люкс и ниша. Сейчас покажу, что это сфокусироваться. Итак, Вели от Тициана Теренци и Love by Chloe. Снятость. осталась прямо вот, вот малепусечка. Может быть, кто-то из вас ее помнит. Здесь еще цепочка такая. Вот она где-то у меня застряла. Вот цепочечка такая висит. Здесь тоже какая-то висюлька была. Боже мой. А, вот, вот так. Ну все, уже сняли. Это уже ну, хороший люкс. И вот такой вот Тициан Теренци. Выбрали. Давайте начнем сразу с ниши. Итак, нишевый аромат. Кто выбрал Веле? Веле, где написано, не, не, не ловит никак. Веле. не ловит фокус. Вели от Тициана Теренци. Итак, Ох, путешествие души. Кстати, очень странный аромат этот Веля. Он зеленый и одновременно сладкий. Такой контраст. Вы знаете, когда я была беременная, я ела шоколад с чипсами одновременно. И для меня это было вообще такое наслаждение сладкое с соленым. Здесь немножко вот такой же контраст чувствую. Здесь я чувствую зеленое со сладким. Вот прям вот карамель и салат. Вот салат с карамелью есть. Ну, в общем, странно. Итак, путешествие души. Мы любим контрасты. Вот мне почему-то вот приходит, что это жизнь в контрастах. Может быть, вам захочется чего-то необычного. И путешествие души – это может быть и путешествие по земле, но поехать куда-нибудь, где вы никогда не были. То есть и сделать что-то такое, чего вы никогда не делали. Позвольте себе, чтобы у вас ваши путешествие не знаю, было какой-то авантюрист, авантюристическое. Вам авантюра какая-то нужна. Вам нужно во что-то ввязаться, сделать то, что вы никогда не делали. Прыгните с парашютом или пойдите в лес и не знаю, живите в палатке, хотя вы привыкли жить в гостиницах. Принимайте контрастный душ, то есть вам нужны противоречия в этом месяце. Это июль у нас, да? Что нам расскажет Клоэ? Клоэ. Его здесь называют Клоэ. Клоэ. Да, в, в итальянских парфюмерных магазинах говорят Клоэ Ну, я вам передаю, как говорят. Итак, вот это вот очень интересно. Дело в том, что вы помните, в прошлой была женщина вышла, и что в этом месяце, в том месяце надо было, чтобы женщины выбирали, а здесь все наоборот. А здесь вышла мужская карта. Поэтому месяц июль отдайте, пожалуйста, мужчинам сделайте так, чтобы мужчины радовались жизни, и чтобы они выбирали сами все за вас, и пусть они вас везут в отпуск туда, куда хотите. В общем, в этом месяце, женщины, отдыхайте. Все на мужиков сваливайте, сваливайте. У них будет достаточно сил в этом месяце, чтобы кому-то капризы. А вам, вам, ну, Пусть домашние дела тоже все на, на мужчин сваливайте. А вы, мужчины, если слышите меня сейчас, ну, помогите женщинам. Один месяц они покомандуют. теперь вы командуете. Вот так вот. Так что это мужской месяц. Хорошо. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, у нас был июль. Август. Не переключайтесь. У нас август. Итак месяц август. О, oh, mm -hmm. два темных флакона мне попалось. Ниша у меня от Марка Бакстона называется Dreaming with Ghost. То есть это прогулка с привидениями. А с этой стороны у меня черная жидкость от Леди Гаги. Тоже снятость. Люблю. Странный очень. Про люблю, но практически не ношу. Потому что он действительно он инопланетный, он странный, но все равно он люксовый, и изучание у него люксы, но сама черная жидкость это, конечно, странность. Итак, два черных флакона на месяц август. Итак, ниша. Кто выбрал нишу? А это зеленый, свежий-свежий, такие здесь привидения свежие. Кто выбрал нишу? Так, это карта сад. Сад обычно обозначает какую-то деятельность, социальную деятельность. То есть это какой-то выход куда-то, это группы, это занятия в группах. Может быть, вы пойдете на какой-то тренинг. То есть вам нужна какая-то социальная жизнь, не дома сидеть. И это может быть даже не отпуск а именно какая-то активная социальная жизнь. Если хотите, может быть, вам в течение года не хватает времени на то, чтобы пройти какие-то курсы, а в августе у вас отпуск, ну, займитесь или, или группы куда-нибудь поехать на экскурсию. В общем, это такая социальная жизнь. Вот. Так что дома не сидите. Хорошо? Развлекайтесь в толпе толпе народа. Кто выбрал Леди Гагу? Кто выбрал Леди Гагу? Сейчас я вам расскажу, что у вас будет в августе. Ох! Лак... Эм, карта называется «Правда». Нельзя врать. В августе, пожалуйста, попытайтесь не запутаться между враньем и правдой вам нужно держать как, держаться какой-то определенной тактики и логики. Потому что если вдруг какая-то запутанная ситуация будет, вам из нее будет очень тяжело вывернуться. Карта говорит, вам нужно сказать правду. Поэтому чем больше будете выкручиваться, тем больше будете запутываться и попадете в ловушку. Поэтому что бы ни случилось в августе месяце, вам нужно говорить правду и, может, пронесет. Приближаемся к осени. Итак, сентябрь 2024 года. Два золотых флакона. Нам даже как у меня получается брать. Слоник от Кинзо. И от Перис Монте-Карло Буа Дуд Буа. и слоник. Такие два тяжеловеса. Хотя удовый аромат этот, ой, он такой кожаный, легкоудовый. Очень мне нравится. Очень нравится. Очень вкусненький такой унисекс. И такой специевый слон. Ну, посмотрим. Месяц сентябрь. Люкс или ниша. Выбирайте. Итак, кто выбрал люкс? Сейчас я вам дам вашу карту. Ваша карта – это луна. Луна – это интуиция. Это карта, это женская карта, это карта материнская. Поэтому если ваши мамочки еще живы, вы им уделите, пожалуйста, внимание в сентябре. Если не живы, ну, сходите хотя бы на могилку, навестите их. Если вы сами мама, то доверяйтесь вашему материнскому инстинкту. Если вы мужчина, уважайте мам. Вообще даже свекровь уважать нужно. Тещу, вернее. Не свекровь, а тещу. Да, пардон. Так что с тещей тоже должны быть хорошие отношения. Потому что она тоже мама. В общем, уважение к женскому полу. И вообще эта карта интуитивная, но с другой стороны и немножко меланхоличная, ностальгическая карта. Поэтому обращайте внимание на ваши переживания. Это как выйти на Луну на карту Луны и вы у -у -у, ой такое, ой несчастье какие-то. То есть даже у мужчин могут проявляться какие-то очень глубокие эмоции. Вот так вот на вас будет влиять Луна в сентябре. А кто выбрал нишу? Ут. Террис Монте-Карло. Сейчас я вам скажу, что у вас будет в сентябре. А в сентябре у вас будет... О! Что-то вам придет какое-то откровение свыше. Кто занимается какими-то практиками, вам, скорее всего, откроется какой-то канал. Потому что это именно канал, божественный канал. Вам что-то придет, какое-то откровение. А кто не занимается ничем таким, вдруг у вас возникнет огромное желание, например, пойти к гадалке или к медиуму. Потому что вам почему-то покажется, что кто-то хочет вам что-то сказать. Или вы уткнетесь в сонник. Потому что, может быть, у вас был какой-то вещь сон. И вам обязательно нужно узнать, что же означает этот символ, что вам снилось. Очень интересный месяц сентябрь. Обращайте внимание на сны. Сентябрь. Месяц октябрь. Месяц октябрь, Ниша Убар, женский Убар. И на люкс томфорт, Вельвет Орхид. Вельвет Орхид. Убар. Вельвет Орхид. Убар. Люкс или Ниша. Выбирайте. Итак, люкс. О чем это? Наша вельбетовая, наша дорогая вельбетовая орхидея. О чем говорит? Надо что-то поменять в вашей жизни. Почему-то осенью вам очень захочется каких-то перемен. Перемены могут быть очень радикальные. Это может быть даже переезд, перемен места работы. Может быть, вам захочется мужа или жену поменять. Может быть, вам захочется куда-то уехать. Вы пострижете волосы, перекратитесь в другой цвет. Не знаю, оденетесь совершенно по-другому. То есть это будут большие-большие перемены в вашей жизни. Так что готовьтесь, вот такой вот будет месяц октябрь. Но перемены, они всегда к лучшему. Поэтому так особо не переживайте. Итак, перейдем Убар. бар. Что же нам несет вот эта такая ниша арабская? О, крест. Вообще эта карта обозначает нести свой крест. Это карта кармическая. Значит, все то, что у вас будет происходить в октябре нельзя будет изменить. Вот если у вас сложилась какая-то ситуация, хоть гадайте, хоть идите в церковь и пытайтесь очиститься, причиститься, исповедоваться, ходить к гадалкам, что со мной происходит, почему такая ситуация, и вообще давайте ее что-то исправлять, мне это не нравится. Нет, это у вас будет идти по судьбе. Поэтому вот что у вас в октябре будет, это кармическое. И это надо будет прожить. Месяц ноябрь. Итак. Люкс Элисап. Леперфам. Очень люблю вот этот... Ой, как я люблю Элисаб. Элисап. и... Э. -э -эли По-итальянскую э -э. же говорю. И. Нуи Нуар от Монодиориум черная такая ниша и золотая, золотой люкс. Так, Элиса, Монодиориум. Что выбираем? Кто выбрал Монодиориум? Такой черный жасмин, черный, темный, немножко даже мыльный, совершенно невероятный жасмин. Ниша. Ну и нуар, черная чернь, Ноябрь черный червь. Итак. Третий глаз. Обратите внимание, что у вас как-то попрет с предсказаниями. Что-то вам вдруг очень захочется почувствовать себя в, в роли оракула. И вообще, это очень творческая карта, потому что быть экстрасенсом, предсказателем, оракулом, ясновидущим это, в общем-то, творческая профессия. Надо еще понять, как применить это экстрасенсорику, это ясновидение. Поэтому, если вы человек творческой профессии, у вас очень хорошо будет с интуицией. Я говорю именно, кто занимается творчеством. То есть это кто танцует, поет, рисует, театральная деятельность, квен, в общем, все, что связано со сценой. Но это могут быть и парикмахеры, стилисты, законодатели мод, например. Ох, как вы что-то придумаете. Что-то у вас будет новенькое, вам попрет со страшной силой, вы захотите проверить свою интуицию, и это должно будет сработать. Кто выбрал люкс? Люкс. Сейчас посмотрим, что вас ждет в ноябре. Ноябрь. Значит, так. В ноябре Ох. вообще карта косы. Она двоякая. Но мне подсказывают, что это не сбор урожая. Это отказ от чего-то ненужного. Это как серпом отрезать. Что-то убрать. Кстати, осторожно, потому что очень часто серп в этой карте означает колющее, режущее что-то. Поэтому осторожно не пораньтесь. Может быть, кому-то нужна будет операция. Но это не обязательно операция по удалению каких-то болячек. Это может быть и пластическая операция. Может быть, кто-то захочет быть красивым. Поэтому, если вы ложитесь под нож, месяц ноябрь будет очень хорош для, для ваших вот каких-то таких планов медицинских. А если нет, то вообще отрезайте, убирайте из вашей жизни все, что вам не нужно. Отрезайте ваше прошлое. Пусть все, кто должен быть в прошлом, пусть там и остается. Нафиг. Прям вот высекайте косой то, что вот не нужно вам. Очищайтесь к концу года, потому что потом будет декабрь, там будут другие задачи, вам нужно очистить пространство, поменять внешность, вырезать какую-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь аппендицит. В общем, займитесь собой. Последний. Дождались. Кто-то до конца меня посмотрел. Я очень рада. Спасибо. Ниша. Балдафрик. Африканский бал. Танцульки. Потому что африканский бал здесь, как вы знаете, в Байредо это это танец, танцовщица. И люкс, даже не люкс, а масс-маркет, тезори ренты, ритуальный лес. Ну, елками должно пахнуть, правильно? Пахнет елками палками на Новый год и танцульки. Итак, ниша или люкс? Выбирайте. Люкс. Итак, посмотрим, что там по люксу. Что там по люксу. Кто выбрал люкс? Ох, у вас появится какой-то защитник. Или вы будете защищать кого-то. То есть в этом месяце у меня выключился свет. Но я буду продолжать, почему-то у меня отключились лампочки. Я продолжу. В этом месяце, в декабре, нужно встать на защиту либо ваших прав, либо прав другого человека. Нужно быть справедливым обязательно и все расставить по своим местам. Вот действительно, вам нужно кому-то, наверное, будет помочь, или вам самим. Защищайте свои права. Все, хватит, чтобы на вас наезжали. Сами не наезжайте на других людей. Будьте справедливы к другим людям. То есть самое главное слово, ключевое слово декабря 2024 года для вас это защита. Не нападение, защита. И вот бодигард, короче. Вам надо быть бодигардом. Как для себя, так и для других. И балдафрик. Ниша, что нам приготовила кто выбрал нишу на декабрь 2024 года, это раздвоение дорог, развилка. Значит, что очень может быть, что вам придется идти по другому пути, выбрать что-то другое, выбрать другого человека, уйти от кого-то, сбежать от кого-то. Это развилка еще и выбор. Может быть, что у вас будет двойной выбор. Это выбрать или это. Этого человека или этого человека. Это предложение принять или это предложение принять. Это работа или это работа. Запутаться можно. Но хорошо, что вообще есть выбор. Потому что иногда бывают ситуации, когда и выбор-то нам не дается. А здесь вот, пожалуйста, выбирайте. То есть вот два варианта. Либо уйти, сбежать, вот совсем на другую дорожку перейти. Как говорится, мне с тобой не по пути. Вот такой может быть вариант. Или вот выбор. Но выбор такой серьезный. Потому что мы каждый день выбираем чего-то. А если карта прям предупреждает, значит, тот выбор. Не просто пойду кофе попью или чай попью. Нет, не такой выбор. А какой-то жизненно важный, вы его примете в декабре. Все. Больше не буду вас мучить. Надеюсь, вам понравилось. Возьмите на заметку. Я не сама с вами работала. И не просто карты я каким-то образом интерпретировала. Кто-то мне подсказывал. И кто-то там очень хотел, чтобы я провела вам вот такой вот сеанс. Кому-то, наверное, это будет нужно. Hello. Видите, какой я такую цвета для вас одела с Рождеством вас погадали вам достаточно будет сказать принимаю или не принимаю ваше будущее сами можете изменять всем пока и хорошего вам начала наконец-то 2024 года всем пока